признавайтесь. Зак Стинкера запал. Тут не запал, Сакажан. Привет, у меня что-то випочка исчезла, можно что-то придумать? Не знаю, братиш. Что-нибудь придумаем. Да как, какие нахуй кольца, блядь? Три кольца по 5 регена. Опа, ребят, ебать. А кто это у нас ассасин? Уже молодой, блядь. Блин, я вот, кстати, понял, если на ассасинах играешь, что лучше в него... Лучше в БХ шмотки не закидывать. Просто это... Я уже по привычке в прошлой игре закинул шмотки, блядь, в БХ и проебал из-за этого игру, нахуй. Не, не я, у меня кастрюлька на кольцах. Кастрюлька с кольцами. Зародыш ассасина. Да, что-то такое. В идеале, конечно, мне апнуть левел и поставить двух. На next волне. Тогда норм будет. Но если придут юниты, то у меня не получится это сделать. Продавать я это не буду. Кажан настакал, но что-то не пошло. Бля, не хватает две голды. Походу, пока не ассасин. Пока от ассасин. Но это только пока, ребят. Понимаете? Бля, Зек сейчас тинкер от Т3 сделает, Зекс. Нахуй оно тебе надо? Оооо, ну тут пиздец. Тут застакает сейчас пиздец. Очень сильный. Чего не прыгает все? На, нахуй, скрим. Пильнешь? Бля, БХ не может зарезать. Так ну куда ты нахуй дал? Ну нормально, они не пробьют его, по идее. Пиль. Пили, точнее. Пильнул, пильнул. Нормально, нормально. Нормально. Какая лучше стенка для ассасинов? Там нет выбора. Пенек лучше стенка для ассасинов, потому что он еще баф дает. Там нет выбора. Он дает твои пашки и ташки мясы, и он сам под мясами. Тебе нужен пенек Т3. На 7 сотов у тебя пенек Т3. Все. На 8 у тебя еще ЛД. Ну, либо ЛД, либо какой-то там... Бывает, конечно, что тебе ЛД не заходит. У тебя там один ЛД стоит, у тебя какой-то юнит запанный. Но скорее ты будешь просто 7-м. Но бывает такое, что возможно поставить какого-то... Да любую просто, любую хуйню какую-то вперед там. Дизраптор. Ну, ладно, дизраптор такое себе, наверное. Кунка вторая. Медуза, может, вторая, не знаю. Ну, от того, что соберется, короче. Можно что-то поставить, но обычно нет. Обычно проще ЛД собрать третьего и все. Ну, или там второго. И достаточно. Тайдика можно там какого-то в теории. Вот. Это я скипну. Или взять. Не, я скипну, я не буду жадничать так сказать. Я миллион раз так брал кунку casual. Она типа помогает поначалу, а потом она просто жрет инкам. И сейчас у меня под нее слота нет. У меня ЛД уже есть, я на 6 слот ЛД поставлю просто. Десен кинг, ну сейчас соберем, если придет, соберем. Да, СК нормально, СК под ЛД в ассасинах. Баф еще дает, ребят, нормально.
Также, если вы медузу ставите, надо еще сларка. То есть у вас будут наги. Сейчас наги пиздец сильные. Вот, как-то так. Ну и если там вас по расстановке как-то разъебывает, вы тоже можете добавлять Рики. То есть можно Рики как шестого ассасина сделать, там убрать какую-то квапу, допустим. В принципе, он дучку дает нормально. Против многих нормально. Там миссы туда-сюда. Кто там бог? Зекс, ты бог, что ли? Зекс бог. Зекс. Разные сетапы, в общем. Разные сетапы есть. Бля, я смогу это пробить еще? Там ТБ сейчас начнет ебать просто. О, ебать. Нормально. БХ подрезал его. Бля, это грамотно было. Да ебать, а что с музыкой на этом радио ебучем? Она как-то обрывается неожиданно. У меня есть стрик? Ебать! Вот это ёбка! Долбит нормально, парни. Нормально, 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 долбёшка. Не знаю, у меня какое-то такое настроение сегодня. Бля, левел запал все равно, да, не помогло. Медведь призвался? Не, БХ убили. Катись, морг, катись! Сука, не хватает. Ну ладно, перед крипами, конечно, обидно. Кто это был? АСД, блядь. Стопроцентный пришел челик, разъебал меня нахуй. Это, конечно, никуда не годится. Или ЛД? ЛД пусть будет. Нормально, нормально. Два ассасина Т2. Что там у других? Думы всякие. Найтики, ассасинчики, боги. Ну, Зекс на богах, чё? Маги. Кажан Т2. Вот этот самый сильный. У него кажан Т2. А у этого есть кажан Т2? Или у этого? Нет. Да, у этого еще кажан. У него еще. У него 4 кажана. У этого 3. Вот этот самый сильный. Ну да, он как бы на 100%. У него 4 кажана. Да, ну возьму, ладно. Водичка, водичка, вода. Держи. Ну, я не хочу его собирать, если честно. Т3 имею в виду. Разъеб. Много голды сожрет, мне голда нужна. Генерал сказал, что морф худший ассасин, это так, да. Поэтому я его и не хочу собирать, братиш. Все, теперь так. Чтобы не выходить из инкама. 12-я волна, ребят, кстати. Прием, прием, как слышно? 12-я волна. Ну, кажан страшный, пиздец. Кажаны страшные. Ладно, повезло. Не кажан пришел. Повезло.
Ой, блядь. Бля, ну ТБ пиздец, конечно, крыса, но очень больно делает. Ну вы посмотрите на это дамадж. Бля, ебучий ТБ, почему ты нахуй последний выжил? Ооо, так, а сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять. Пашки нет. Пашечка, ёбаный рот, ребят, ребят, Пашечку, можно мне одну маленькую Пашечку? Одну, блядь, ну такую, небольшую. Первого левела. Худший ассасин топ 1 дамага. Держи, держи в курсе, братиш. Держи в курсе. Не, в курсе быть это всегда хорошо. Главное, чтобы держали в курсе всегда. Так, разъебали. Блин, жаль, что нам стрик сбили. Ёбаный рот, нахуй. Домой, блядь. Что думаешь о ассасинах и богах? Божественный билд, думаю. Вапу можно пропустить? То есть ты 5 ассасинов, да, собрался играть? Или ты ССК? Типа... Марс, Зевс, СК, 5 ассасинов без... Такой что ли билд или что? И ЛД, да, еще под СК, чтобы... Была пассивка зверей. Ну да, звучит неплохо. А, нет, зверей же нельзя, без ЛД, да-да-да, просто СК. Да, боги же, там нельзя зверей. Ну да, жестко, жестко. Без КВП 9 ассасинов не сделать. Ну да, тоже верно. Ну хуй знает, короче, сомнительно выглядит, но в принципе. Не, боги и 8 кожанов это пиздец на самом деле. Не, под богами, смотрите. Берете 3 ценки, 3 кожана. Не, ладно, 2 ценки вторых, 1 первая. Вот такие 3 ценки. Берете 2 кожана вторых и 2 первых. И просто танков. И в каждом кожане должен лежать войтстоун. 4 войтстоуна вам надо. И должен стоять Марс 3 и Зевс. И еще какой-то танк. Не, по-моему, слотов не хватает. Ладно, Марс 3 и все. И кожаны должны стакать. Там пиздец, там в конце файта будет у кожанов по, я не знаю, по 10 тысяч дамаджа. Но это сильно пиздец. Так, стоп. Нужен мне он? БМчик-то мне нужен или нет? БФ, как старый БФ, да? Надо клеймор еще и... Войтстоун. Соберется, нет? Может работает тут так? Как в доте раньше собирался. Ну хуй знает, не уверен на самом деле, реально не уверен. У меня стрик есть, но я не буду его сохранять, у меня нет пашки. Если пашку найду, то будет, конечно, бомба. Зак, что выпало из крипов, давайте посмотрим. Нихуя полезного. Да Зекс что-то хуёво стал играть, мне кажется, в последнее время. В плане итемов, по крайней мере. Ну, пиздец. Так, там что-то челик просил. О, сейчас этот будет ебать, у него уже 5 кожанов. У него почти 2 Т2 есть. Этот начал проседать немного, у него меньше. Ну я слабый сейчас, пиздец.
Без шести ассасинов. Ну тут, блядь, это челик, который ебать должен, я говорил. Я предупреждал. У него 5 кожанов. На 8 хп мне заходит уже. Ему вообще похуй уже, походу. Там уже не остановить эту машину. Если он еще одного соберет, то все, пиздец, похороны. Спиздить может у него. Шансы появятся хоть какие-то. Я не хочу левел апать, пока у меня нет фантомки. Ладно, пусть будет левел, окей. Запался хоть кто-то, тогда левел апну. Ебать, это под богами, кстати, все. Что-то мне сейчас хуево станет, по-моему. Сейчас они с пылы нажмут свои. Подрезай, подрезай эту цемку. Быстрее, блядь, там мана сейчас зарядится. Не, нормально, кстати, разъебали Зекста. Нормально, нормально. И там, и там. В двух местах сразу, ребят. Если тренд приходит, я продаю нахуй сразу мехов просто. Просто нахуй продаю их, все. Я все сказал, блядь. Пока так. Пока что так. Опа. А тут еще один такой есть. Только без ЛД. И восьмой левел. Если пенек запается, я восьмой апну. У меня появятся миссы тогда на этих и танки хоть какие-то. Одного ЛД мало. Ну хотя он танчит, его пока хватает, но это не самый сильный. Пока что даже ЛД одного хватает. Там так медведя не убили. Итем и работягам. Не, БМ отдам тренту. Хотя может вообще БМ не собирать. БМ на самом деле итем говна, если честно. Ну хотя... Потерплю, наверное, еще. Две волны еще потерплю. А, пусть будет, но я его не буду собирать. Я его продам нахуй. Пока пусть будет. Мало ли еще 4 морфа придет. Тогда соберу, окей. Тем более он собирает, у него уже 2 вторых. Зекс собрал тинкера 3-го. Ой, блядь, сейчас начнет пулять. Не, не начнет. Против богов ассасины сильные, на самом деле. Они не дают им кастануть. Сейчас мобы, после мобов левел делаю. И уже все, уже не будет у меня левела больше. 8-й левел это предел. Моби. Если криты не соберутся сейчас, я скорее всего БМ сделаю и отдам тренту. Музыку, ну музыку попозже поменяю, я хочу пока это послушать, парня, без обид. Могу просто чуть потише сделать, если хотите.
чтобы он не собрал. Да, мне нужен инкам, мне нужно очень много голды, и мне нужно... Короче, он и так сильнее, я не могу еще что-то там исполнять, какую-то хуету. Мне надо на себя играть, а не там против него, грубо говоря. Пусть ищет, мне похуй. Он же тоже не один в игре. Сколько у него голды, кстати? Где он? 25. У него еще и голды мало. Не, вот этих всех надо искать и так далее, чтобы у меня было больше голды, чтобы я не выходил с полтинника. Но я уже вышел, но это нормально. Я запал 2 юнита, сейчас я сильный. На перспективу. Queen of Pain собирает. Да, мне конечно. Там ТБ третий. Бля, ебать у него итмы ёбнутые. У него дизоль в смысле? У кого, блядь, дизоль? У него дизоль! Пашки, серьезно нахуй? Ебать, я топ-1, кстати, задерпал. У него дизоль в пашке, ребят. Моба сейчас. Ладно, пусть будет. Бля, пашки вообще не идут. Просто не идут. Уже даже ташка вторая, пашка все еще первая. Зекс там вроде собрался, но у него все хуево. Плитка. Плитка — это хорошо. Мне нужен пень. Оо. Блять, я хуйню сделал. Опять. Второй раз уже так делаю. Вон Томка без итемов осталось. Разъебет сейчас опять. Он Ташку бьет, кстати, она спейсит пиздец. Еще под мясами. Фу, ебать, какая боль нахуй. Ебать, нормально. Пиздец, он жирный. Он очень жирный. Сколько у него хп? Нормально, его Найт разъебал. Как его Найт разъебал его ТП? Засайленсил, что ли, я не знаю. Дальше буду сидеть. Реал лучше продать. Пашку, что ли? Вы что, пьяные, блядь? Что типа? Куда нахуй продать? А ну успокойтесь там. Не давай, не давай. Сука. Тут два моих ассасинчика. Разъебана. Сука, нормально. Ладно, нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. Пенька надо, пенька третьего надо, пиздец. Зекс, ты там сдохнешь или нет? Сколько можно нахуй жить? Отдавай ПТС работягам.
тяпает. Лучше бы квапаток приходил, а не морф. Две пашки, два морфа. Если что, бы ха убираю. Может, зря Наташек повелся. Возможно. Один морф. Блять. Одна па. Блин, к морфу. Давай, да. Посмотрим, что выйдет. Но мне кажется, он будет вздыхать просто как собака сразу. Надо потестить, надо посмотреть. Я вообще не знаю, в как... Сейчас я помню. Попробую заинкамить сейчас. От кого отказаться лучше? Ни от кого. Я не соберу это все. Мне нужно от кого-то одного, мне кажется, отказаться. От Ашки, наверное. Хуй знает, посмотрим. Смотрим на морфа, импакт блинка. Ну он спейсит, что-то делает. Ну дамаджа он волной нет. Ну хуй знает. Ну не, вроде живет. Если живет, то в принципе похуй. Ладно, нормально. В принципе, да, он нормально спейсит. Он на себя внимание много забирает. Зак, что думаешь, стоит мне собирать ташку пытаться или нет? Мне кажется, нет. Девятого у меня точно не будет. Мне ее поставить некуда. А еще 4 ташки я настолько голды не найду, по-моему. Я думаю, надо продавать ее. И пытаться собрать квапу. Что ты подругой. Буду пытаться собирать квапу и БХ. Их реально собрать. Пташку нет. Пусть стоит, пока не мешает инкаму. Вот такое, она мне нахуй не нужна. Если бы было 40 голды, тогда бы собрал. Так нет. Мобы. Он тоже собрал? Или что? Кто там что собрал? А, мне сделалось то, что дефейт. Там ТБ. Я если ТБ не убиваю быстро, то он щелкает просто с одного удара. У него итемы пиздец. У него итемы вообще ёбнутые. Блин, кому, Зекст, кому еще блин лучше отдать? А ну, экспертное мнение на ассасинах. Кому лучше еще блин давать? Пашке точно нет. Больше никому, мне кажется. Ладно, гоу ролить искать. Можно было еще посидеть немного. Можно типа ЛД отдать на самом деле. Ну хз, ЛД... Он отвлекает на себя на этой стороне. Ну вот я тоже думал ЛД, но тогда все будут в одной куче стоять. А так они не совсем в одной куче стоят. Нет, ашки точно нельзя. Меня разъебал, кстати.
Больно. Это я его, да? Бля, меня ассасин разъебал, ребят. Не, против ассасина я, наверное, дам, блин. Против ассасина это есть смысл, потому что ассасины, они все равно. Короче, против ассасина есть смысл дать, блин. Причем, может, это не та вообще. Даже не ЛД. Где, блядь? Потестим. Тут тоже... А, ну тут я понял почему. Ну вы поняли, да? Дейдалус и Дизоль. У меня вот. Бля, так Пупика удаляет. ПХ загрыз. Без еще одного ассасина я не выигрываю здесь. Еще один ассасин Т3 надо, но мне надо еще три штуки их. Я сока не найду. Три в одном роли. Вот сейчас. Вот сейчас. Не. Левел и биста? Возможно. Пусть так будет. Да не, их что-то... Ну, уже понятное дело то, что я не загрейджу, но я думал, у меня есть шансы найти какую-то квапу. О, я его пробил, кстати. Я его, кстати, пробил. В одном роли три. Ну ебаный рот. Но он сильнее, у него больше шансов. У него больше шансов. Криты всегда могут, но у него больше шансов. У него сильнее, у него Дизоль и Дейдалус на башке. ЛД не вызвал. Я его пробил. Сука, я его пробил. Он меня быстрее разъебал. Ну, я говорил, то, что у него больше шансов. У него, типа, Дизоль и так далее, он быстрее убивает гораздо.